Двое жителей Чебоксар признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Суд вынес обвинительный приговор 35-летней женщине и ее 55-летнему знакомому. Следствием установлено, что в период с марта 2019 по июль 2020 года они подыскали помещение, установили там 11 игровых автоматов и привлекли к работе операторами нескольких человек. В результате преступной деятельности они получили незаконный доход около 390 тысяч рублей. Благодаря оперативному взаимодействию следователей Следственного управления Следственного комитета России по Чувашской республике и сотрудников УФСБ России по Чувашии в июле 2020 года незаконная деятельность злоумышленников была пресечена. Причастность сообщников к этому деянию доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе их показаниями, показаниями свидетелей, заключениями, проведенных по делу судебных экспертиз, а также другими материалами дела. Приговором суда им назначено наказание в виде штрафов женщине в размере 500, а мужчине в размере 550 тысяч рублей.